Недавно в семью Алибасова вернули любимого кота по кличке Чуча. Барри Алибасов-младший тогда объявил, что заплатит 800 тысяч рублей вознаграждение тому, кто вернет любимца продюсера. Этим поспешил воспользоваться недобросовестный на руку человек, который передал помощнице семьи другого кота такой же породы и с радостью получил долгожданный гонорар. Настоящие спасители Чучи в итоге брать деньги не стали и просто вернули животное домой. Если из-за обмана недоброжелателя родственникам Алибасова пришлось немного потратиться, то теперь кот основателя группы «Нана» может покрыть все расходы с лихвой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». По словам представителя Барри Алибасова Вадима Горожанкина, животному за последнее время поступило несколько рекламных предложений, и у кота появился свой блог в Instagram. За два дня группе «Нана» поступил шквал предложений о съемках кота в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов. Интерес проявили не только компании, которые производят корма и аксессуары для кошек, но и парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения. Продюсер же после отравления средством для очистки труб все еще находится в реанимации. Его состояние остается тяжелым. При этом врачи отмечают, что постепенно Алибаса все же идет на поправку. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!